Звук от взрыва снарядов слышен далеко за пределами Сергеевского полигона. И по всей территории равнины распространились клубы дыма. На боеприпасах здесь не экономят. Их расход увеличили в 5 раз. Таков приказ министра обороны. А вместе с ним повысилась и успеваемость военнослужащих. Я 12, я земля 39. Подрыв минного поля выполнил. Личный состав приобрел и совершенствовал свои профессиональные навыки, вот оценку за учение артистским подразделением, выставляем оценку хорошо. Батальонно-тактические учения 5-й армии проводят регулярно по всему Восточному округу. В этих задействовали свыше 1500 военнослужащих и более 300 единиц вооружений и военной техники. Есть все – от вертолетов до минометных установок. Одну из немаловажных ролей в этих учениях отвели боевой машине пехоты. Ее задача – поражать укрепления и технику противника. Модель этого БМП используется военными уже более 50 лет. Но, несмотря на это, машина до сих пор в строю. Задумка? Именно так военные называют заранее написанный план сражений. Как всегда, известно только командующим. Солдаты же действуют согласно приказам. Так что обстановка на полигоне максимально приближена к боевой. Сценарий каждый раз меняют, в зависимости от того, какие навыки необходимо отработать. В этих учениях военные занимаются отражением незаконных бандформирований. Сегодня мы провели переход от позиционной обороны к маневренным действиям, то есть к маневренной обороне. Мы нарастили обстановку таким образом, чтобы командир батальона в ходе боя вынужден был принять решение на выход из боя, отход и закрепление на выгодном для него рубеже. Но на этом учения на полигоне не заканчиваются. Военным еще предстоит отработать отход в тыл обороны для перегруппировки и переход в контратаку. Дарья Орлова, Платон Волков, «Панорама».